Всем привет! Вы на канале «Вкусно, просто и бюджетно». Сегодня я приготовила голубцы и хочу вам рассказать, как я их готовила. Это самый обычный способ приготовления, но голубцы получаются очень вкусные. Для этого я взяла свинину, рис я отварила до полуготовности, также лук, морковь, томатная паста, специи, ну и, конечно же, капусту. Капусту я вырезала сердцевинку, опустила в кипящую воду и постепенно снимала размягченные листики. Затем срезала утолщения, вот эти, которые на листиках, чтобы легче было сворачивать голубец. И теперь будем готовить заправку для голубцов. Нарезаем мелким кубиком лук. На сковороду наливаем растительное масло, где-то 50 мл. Перекладываем в нее лук и ставим на плиту обжариваться где-то на среднем огне минутки 2 до прозрачности. За это время мы натираем морковь на крупную терку. Лук уже немножко прижарился, добавляем сюда морковку, также перемешиваем и тоже обжариваем где-то в течение 2 минут на среднем огне, сильно не зажариваем. К фаршу добавляем рис и морковка с луком у нас поджарились. Добавляем сюда же морковку с луком, где-то чуть меньше половины всех овощей. В остальные добавляем томатную пасту, пол-литра водички. Также добавляем соль, я добавила пока пол чайной ложки, и 1,5 чайные ложки сахара. Это вы добавляете по вкусу. Перемешиваем. И еще я добавила 1 чайную ложку паприки. И доводим до кипения. К фаршу с рисом также добавляем соль, я добавила чайную ложку паприки и черный молотый перец, добавляете по вкусу. И все хорошенечко перемешиваем. Если соли маловато, я еще добавила немножко, а вы пробуйте на свой вкус. И хорошо перемешиваю уже рукой. Все, подливка наша готова. На дно нашей формы, в которой будем готовить голубцы, я наливаю где-то чуть меньше половины подливы. И начинаем формировать голубцы. Берем листик, накладываем нашу начиночку и заворачиваем конвертиком и складываем в форму. Ну, так мы проделываем со всеми голубцами. Сверху вливаем оставшуюся подливу. Я еще добавила 50 мл где-то водички, потому что мне показалось, что маловато воды. Можете тоже добавить, а так смотрите, может у вас форма будет другая, будет по-другому оно все. Все, также сверху кладем лавровый листик, душистый перчик, накрываем фольгой и ставим в разогретую духовку до 200 градусов где-то на час. После того, как блюдо закипело, я огонь немножко убавила, где-то до 180 градусов. Вот и все, голубцы наши готовы. Голубцы получаются очень вкусные, моя семья любит их. Сейчас разрежу и покажу, какие они внутри. Ну вот такие они внутри. Рекомендую приготовить. Если вам понравилось мое блюдо, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем приятного аппетита!